В поисках безопасного места наш незнакомец забрался удивительным образом туда, куда ни разу еще не взбирался. И он считал, что это место будет самым безопасным, и решил основать здесь свой лагерь и продолжать тренировки. Ха! Ёпта моё, ветер лезвий! Нужно больше чакры! Не дай мы Магондо! О, да! Я чувствую прилив сил! Переваренный рамен! И здесь меня нашли! Тренировки незнакомца пришлось отложить, ведь он тратил все свое ценное время на поиски настоящего убежища, где бы его никто и никогда не нашел. Нюндзюцу раз, нюндзюцу два! Да чтоб твоя катана обвисла! Незнакомец даже и не мог предположить, насколько затянутся его поиски. Но однажды он наткнулся на удивительно красивый фонтан, который сделал ему невероятный подарок. Внутри этого фонтана была пещера. А в пещере было секретное убежище, которое кто-то сделал явно не для нашего незнакомца. Но незнакомец решил присвоить это место себе. Отличное место! Здесь даже кто-то для меня оставил рамен. Тренировки. Постоянно, когда я начинаю тренироваться, я вспоминаю свой сон. Это словно произошло наяву. Ко мне пришел старик и сказал, что я должен стать ниндзей, потому что от меня зависит многое. Блуждающий ниндзя? Раз ты в моем убежище, значит ты потерян в этом мире. А вот и ты, ворон. Я тебя нашел. Я знал, что ты здесь. Джо, вечно ты не вовремя. Ребят, я вам тут не мешаю, я могу в принципе уйти. Ты должен остаться. Старик рассказывал мне про тебя. Я должен тебя учить. Джо, извини, сейчас не твое время. Ну вот, столько сил потратил. Эй, какого, зачем ты это сделал? Стой, я найду тебя. От всего увиденного и услышанного наш незнакомец еще сильнее запутался в себе. И он бежал, что есть силы, подальше от этого места. А ну-ка, признавайтесь, кто спер мою шоколадку? Твоя шоколадка была очень вкусная. Ах так, хочешь по-плохому? Тогда получай! Спустя 3 месяца наш незнакомец вернулся в школу ниндзя. Его признали, что он силен и может стать ниндзей. Но все-таки его до конца еще недолюбливали, поэтому ему периодически приходилось постоять за себя. А ну стоять, Джурмель, я тебя все равно догоню. Эй, куда ты делся? Незнакомец поведал о своей истории сенсею, как он встретился с черным вороном, на что наш герой получил шалбан от учителя в лоб и узнал, что черный ворон некогда блуждающий ниндзя. Появляется только тогда, когда чувствует слабых. Он вербует таких людей и забирает их души. Есть! Я его сделал! Получил! Вот и выходит, что убежав от этого ворона, наш незнакомец спас свою душу.